Здравствуйте, друзья! Сегодня мы разберем тему герметизации примыканий в ванной. Вот. Есть у нас специальные для этого скребочки различной формы, они различных номеров идут. Вот. Для этого нам понадобится также герметик санитарный белого цвета и мыльный раствор. Итак, вот есть у нас примыкание ванны между плиткой. Для того, чтобы сделать его красивым, мы засиликоним. Берем силикон, пистолет и начинаем выдавливать. Укладываем такой колбаской, не жалеем. Дальше берем мыльный раствор, вот, и хорошо обрабатываем поверхности мыльным раствором и сам силиконовый шов, так как мыльный раствор препятствует адгезии силикона. Дальше берем скребочек, они есть разных номеров, то есть с разным миллиметражом среза. Вот мы возьмем шестерку, то есть уголочек будет 6 мм. Точно так же проходим мыльным раствором уголочек, то есть наш скребочек точнее. Вот. Долго не оставляем, потому что покрывается пленкой, вот, и потом силикон будет плохо за собой стягиваться. Вот. И берем от начала, стараемся одним движением пройти. Вот идем. Также нужна бумажка для того, чтобы излишки силикона вытирать. Если на скребке собралось много силикона, можно его снять и продолжить с того места, где вы закончили. Не обязательно возвращаться в самое начало и проходить примыкание заново. Не всегда удается с первого раза сформировать красивое гладкое примыкание, поэтому мы вытираем наш скребочек. Обрабатываем мыльным раствором скребок, примыкание и проходим второй раз, уже убираем излишки силикона и формируем тем самым красивый силиконовый шов. В данном примере у нас металлическая ванная, у нее закруглены уголочки, соответственно, подлезть туда скребочком будет нереально для того, чтобы сформировать красивое примыкание. К нам на помощь приходят наши пальцы. Обильно обрабатываем мыльным раствором примыкание, руки. Все. И формируем уже красивое примыкание именно пальцем. При работе с силиконом существует два основных правила. Первое – это обильно смачивайте рабочие поверхности, инструмент и руки мыльным раствором. И второе – старайтесь как можно меньше прикасаться к самому силикону. Старайтесь сформировать примыкание с первого раза. Если вдруг что-то у вас не получилось, нужно будет подождать, пока высохнет мыльный раствор, и проделать работу заново, так как силикон, смоченный мыльным раствором, обладает очень плохой адгезией. Надеюсь, видео получилось полезным. Поддержите, пожалуйста, проект лайком. Подписывайтесь на мой канал и на наши группы в социальных сетях. Ссылочка будет в описании. А в следующем видео мы с вами разберемся, как же все-таки установить ванну до укладки плитки, либо же после укладки плитки. На этом у меня все. До новых встреч. Всем пока.